22 июня – трагическая дата, ознаменовавшая начало самой кровопролитной войны в истории человечества. В память о ней в республике провели конкурс детского рисунка. В Мозырском областном лицее – работы победителей. Здесь провели мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала войны. Среди приглашенных – представители ветеранской организации города. Сегодня мы начинаем в нашем Мозырском районе большую акцию памяти. Нам этот мир завещан беречь. 9 мая мы все отметили великую дату, 76 лет победы Великой Отечественной войны. Но в нашей памяти, в наших сердцах, в сердцах нашего всего народа советского, сегодня вот белорусского нашего народа, еще одна знаменательная дата, трагическая дата, 22 июня. 80 лет назад началась самая кровопролитная, самая жестокая, самая бесчеловеческая война. Тема Великой Отечественной широка и многогранна. Она нашла отражение в стихах, песнях, рисунках. Лицеисты выбрали самые трогательные строки. На мероприятии читали стихи и прозу. Хотя тех, кого напрямую коснулась война, становится все меньше, память о событиях не стирается временем. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».